Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и как вы видите, слона, да, мне выпали на него итемы с этого вот сундучка такого, да, который открывал вчера. Повезло конкретно, целых 11 итемов выпало, поэтому можем его прокачать и наконец-то протестировать эквипом новым. Ну как новым, эквипом вообще, да. Мне просто очень интересно, как он будет в командных боях смотреться именно с тем лутом, который на нем будет, и как это вообще будет круто. Итак, ну что, поехали. Берем, наверное, сразу, не знаю, хотел бы, конечно, его оставить, да, обнова следующий, где будет изменена прокачка, но так хочется поиграть за слона вообще. Именно из-за того, что он делает такой трэш в командных боях, прям вообще кайфует от него. Так, ну, один уровень прокачал, давайте сразу на второй прокачаем, да? Отлично, ну, третий уровень взял. Конечно, всего открылся один артефакт, но этот один артефакт мне как раз был и нужен. Я вообще хотел взять бинт, вообще, да? Конечно, можно его прокачать, чтобы здоровье там хилялось получше, все дела. Вообще, стоп, здоровье, урон. А, ну да, это вам носит урон, и вам типа отхиливается потом. Если прокачать, то это будет целых 43%, а сейчас это типа только 38% и по 2,4% в секунду, как я понимаю. Но все равно круто. То есть я вот на слоне, когда играл, у меня была проблема то, что я притягиваю, все меня дамажат, я в ответ дамажу, но... Мне очень больно. Очень больно, и надо было как-то выживать. А из тех артефактов, которые дают выживаемость прямо вот в ту секунду времени, да, которая у нас есть, это зубы вампира, которые, ну, если ты дамажишь, это выживаемость, да. И бинт. Больше ничего, по сути, и нет. Поэтому берем бинт. И сегодня вместе с ним и поиграем как раз. Ну, а потом, наверное, уже пятый уровень качну и оденем еще что-нибудь уже на урон, скорее всего. Я еще подумаю, что это будет, потому что, ну, персонаж необычный. И для командных боев... Надо что-то думать. Дефибриллятор, возможно, конечно, было бы самым идеальным вариантом, но... Но как-то такое себе. Наверное, что-нибудь такое более на выживаемость, что ли. Может, зубы вампира. Ну, в общем, непонятно пока что, что стоит брать слону. Это нужно будет все тестировать. Так, игра. Ну, загрузись. Ну, давай. Ну. Ля, какая хорошая. Взяла, загрузилась, а? Пролагала дико, но загрузилась. Ну, стрелять в жрафа, алло. Бесполезные. О боже. Ну, стреляй. Ну, стреляй в него, ну. Капец, ну ты вообще это самое, ну. Куда ты собрался, жирафчик? Все, отлично. Они стрельнули в жирафа. Лучшие, просто. Ну, ботик, ну за что? За что ты такой душный, да? Так. Так, сейчас ребята залутают аптечки, залутают гранатку, и мы пойдем лутаться дальше. Так, у нас... Они типа там за картой, их не вижу, или они умерли? Да, их не видел просто. Все хорошо, все хорошо. Я уж подумал, все, рипнулись. Ты куда собрался, слышь? Дерзкий, что ли? А, ну все, да. Кстати, ульта не отменялась, что-то. Странно очень происходит у нас. Ну, не хватает дальности урона нашему красавцу. Они там кого-то убивают еще? Кого они там бьют? Домой, Никс. Домой. Еще и панду там били какую-то. Короче, тут веселье у них там свое, да? Кстати, смотрите, первый уровень, второй, шестой, я третий. У тебя типа еще самый топовый уровень. Слоник просто, нагибатор. Если бы мне еще, конечно, Пламинго Мило, тот шестой уровень был бы, ну, намного... Более меткий, было бы получше. Потому что он так, слабоват по меткости. Давайте попьем немножко. Не притягивает, не? Далеко, да? Ну ладно. Кстати, видите, ульта кадешнулась сразу, да? Нормально? Офигеть. Просто кадешнулась ульта сразу. Вот так можно, кстати, обузить ульту, если чё. Можно обузить ульту таким чудесным образом. Ну, отменяйся, ульта, чё ты? Сейчас будем забирать легендарное копье. Скорее всего. Ну, я заберу легендарный дробовик. Пусть Мило забирает легендарное копье, ему важнее. Как по мне. Причем намного важнее, чем мне. Ну, скорость слона, чекайте, ну. Это вообще беспредел. Вообще слоны быстрые, им бы повысить скорость ему.
Ну стреляйте в него, что стоим смотрим? Или вас стреляйте? Лёва, иди сюда. На тебе. Не, ну, понимаете, вот сейчас это не очень смотрится, но вообще это реально самая крутая штука, что есть в нашей игре. На данный момент это вот... Что ты делаешь, Фламинго? Сейчас же помрет. Ну, из нее аптечку, дорогой. Ох уж Фламинго этих, ох уж эти Фламинго. Ну, кстати, мы победили, если что. Как бы вот. Сложно было победить. Иди сюда, иди ко мне, дорогой. Видели, его притянул с какой дальности к этой, к стенке? И он возле стенки еще и остался. Ну, пока не оценил я особо выживаемости. Ну, не было возможности протестить, да? Сейчас будем тестировать, надеюсь. Надеюсь. Кстати, можно посмотреть, сколько хп условно у меня чисто для интереса. Чисто для интереса. И сравним с королем 12 уровня. Ну, конечно, это будет примерно равно хп, возможно, даже нет. Может, словно еще слабенький. Ну-ка, давайте глянем. Блин, можно было не так глянуть, ну ладно. Чист, так хочется взглянуть. Ну. Ох уж эта игра со своими лагами, а. Ща я кое-что сделаю, может, поможет. А то это вообще беспредел. Так, смотрим показатели. 3000 хп, понимаю. 9. Ну, чекайте. 6 уровень слон будет как 12 мил. Ой, как 12 кроль. Ну ладно, то такое. Погнали дальше, командные бои. Не, ну слонец прям вообще кайф. Его бы одеть. А, будет вообще топовый, как по мне. Ну, вот эти минусы, которые у него от ультимейта есть, они немножко печалят. О, с нами еще и бак. И два гранатера, смотрите. Два бака. Представляете, какой сейчас будет развал кабин. Я стягиваю противников, и два бака влетают. Эти двое закидывают свои трипл-гранаты. Ну, конечно, там нету трипл-гранат, но хотя бы гранат закинут, да? И это будет просто развал. Я бота здесь видел, идите сюда. Видали? Утянул просто. Не, ну это топово. Это реально топово. Смотрите, тупо притягиваю через текстуры, даже иногда тянет. Не, ну это кайф. Это кайф. Класс, я кайфую. Рили, мне вот это нравится. Это такая особенность, массовая притяжка через все, что хочешь, просто наютаешь, нажимаете кнопочку, и он начинает тянуть, и все. Если второй раз нажмете, конечно, сменится, но все равно. В кустах это прям такой дисбаланс по противнику, противники такие все теряются сразу. И что, что происходит? Кстати, видите, хил идет, нормас. Бота я притянул. Забираем сразу аптечку. Убили жирафа. Не достаю. Странные челики, конечно. Домой, ёпта! Не, так четко, да? Чисто четко притягиваю всех. Не, ну хил идет нормально. Хоть что-то, но хиляюсь. Просто лучший. Чисто лучший. Ну, топово, топово. Реально, бинт очень много дает. Блин, бинт прям хорошая штучка такая. Ну, изи. Изи разваливаем. Не достаю, правда, иногда, но это такое. Сейчас будем доставать, смотрите. Льва убьем тут спокойно. А нет, он убежал. Надо помочь, кстати, баку сейчас. Срочно. Заюзаю армор. Минусанули этого. Но меня вряд ли вынесут, я так думаю. Я похиляюсь. На тебе. Ответочка. Получи. Блин, у меня команда разбежалась. Как мне сейчас побеждать, а? Они тупо все убежали. Я не успел резнуть. Меня сейчас убьет этот челик. Ну, блин, ну. Кстати, мы выжили. У нас, правда, один только умер.
Вот как он успел забрать? Ну что это за бред? Видали, там полсекунды прошло. Я еще самый домашний, блин. Фу, было тяжело под конец, потому что команда разделилась неадекватно. Еще и умирают, блин, по КД. Не пойми как. Я не успел даже притягивать. Ну реально, притяжка очень жестко помогает. Если, конечно, команда чуть-чуть адекватная, они там дамажат. Потому что моя команда вообще мою притяжку не дамажили. Они просто стояли, смотрели. Я один там дамажил свою притяжку и сам всех убивал. Это было немножко странно, но... Что есть, то есть. Так, вот это баги, вот это понимаю игра, а? Прекрасно, прекрасно. Ладненько, погнали, еще один командный босс катаем. Хочется мне все-таки еще этого трешачка почувствовать. Ну реально кайф. Чувствовать, когда ты можешь влиять сразу на всех противников, причем очень жестоко. А, ну это прям вообще чисто контроль. Ну блин, я не могу передать словами, это реально ощущение очень крутое. В зубе сейчас нету ничего такого подобного. Знаете, когда вы можете типа доминировать над одним противником, да? А тут вы можете сразу доминировать над кучей противников. Плюс еще дабл дробовик, если метр дробовик одеть, то можно урон получать. То есть, наверное, так и будем делать, скорее всего, то есть будем лутать нитро дробовик. Ну, на один АПК. Хотя, смотрите, вот пьет в воде тоже. Нормально. Я слон. Кстати, нету сейчас Малика пока что у меня. К сожалению. Нормально. Такой пухленький, пухляш. Машина убийства. Только медленная машина у меня какая-то. Жалко панда. О, панда ожил, смотрите. Панда ожил. Сюда иди, ёпта. Блин, не притянул, заборчик помешал. Мне тройных гранат не хватает, заметно. Заметно не хватает. Ну, давай, иди сюда. Не достаю, капец. Не достаю, это проблема. Кстати, Джоуи тогда забрал аптечку. Она мне не досталась. Ну как, понравилось, а? Оценили? Куда Бак убежал? Алло! Кто мне будет хелповать? Ты, бесполезный. Вот же Бачинский, а? Я ему притягиваю, он убегает. Ля, как дерзко, просто топовая, топовая ситуация, кайфую. Блин, меня шотнули. Ресните, ресните. Спасите. Бачок хорош. Братан реснул меня, я тебе аптечку полутаю за это. Да ло, да чё мне не... Гляньте, смотрите, ульта сама по себе работает. А я не притягиваю при этом. Гляньте, какой бред. Смотрите, смотрите, что у меня происходит с игрой. Бред какой-то. Ну это реально бред. Ну, кстати, бин все равно помогает очень хорошо. Бачок, ты успеешь резнуть? А то я тут как бы это немножко... Смотри. Не, ну вы чё? Я же не успею. Ну блин, ну чё за нубасики? У меня аптечки даже нет. Ну короче, это Габелла, да. Слились. Ну было весело. Конечно, про баги я промолчу, да, вы видели все прекрасно, как у меня ульт кадешился без причины, просто по КД кадешился. Ну, даже я не мог его использовать достаточно долго. Вот это вот все, вот это когда Бак убежал непонятно куда, и непонятно, вообще я не видел, зачем, куда моя команда убегала, что они делали, мне вообще было непонятно. Я видел Бака иногда с собой вместе. Других челиков видел, как они рядом просто бегают и ничего не делают, и все. Конечно, было прикольно. Чисто вот ради фанчика этот персонаж хорош. Планерка, ребятки. Будем на этом заканчивать. Следующее видео уже будет, когда я прокачаю Фрэнка, наверное, на 5 уровень, потому что 2 артефакта это уже будет получше. Подумаю, что взять. В принципе, персонажа можно еще много чего выбрать. Возможно, стоит взять даже клонский нос. Да, я это говорю, вы слышите, я говорю, стоит взять клонский нос. Почему? Почему говорю так? Используйте смайл-смех, чтобы обнаружить врагов, заставив их засмеяться. Вроде бы, это не точно. Он дает замедление. Где-то разравы писали... В каком-то почноуте, когда что-то делали с лонским носом. Плюс использование смайлика. Вот оно что-то дает, забирает ли какое-то действие у противника. Вот это непонятно, это будем, наверное, потестируем. То есть, как это будет выглядеть. К примеру, я притягиваю кого-то, одновременно с этим юзаю смайлик. И все начинают смеяться.
Представляете, что это будет, да? Это будет лучший персонаж для команды боев, да. В общем, будем это все тестировать. А это все, ребятки. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.